Nokia 2630. Замена разговорного динамика. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia 2630». Отметим, что в данном аппарате динамик обращен мембраной внутрь, и на внешнюю часть устройства звук передается по акустическим каналам. Обычно разговорный динамик выходит из строя или начинает искажать звук по причине перегорания или засора. Процедура замены динамика несложна. Металлической лопаткой поддеваем динамик, приклеенный на двухсторонний скотч, и извлекаем его из корпуса телефона. Новый динамик пинцетом вставляется в свою нишу и несильным нажатием фиксируется на двухстороннем скотче. Все. Разговорный динамик заменен.